Так, всем привет. На обзоре сегодня Vermont Light. Думаю, для любителей вкладышей будет полезен данный обзор. Наушники бюджетные, но от довольно-таки известной, уважаемой фирмы, магазина Venture Electronics. В общем, попали они мне на обзор. У меня до этого давно уже были Vermont Plus, легендарная модель, много там почитателей у нее, и, наверное, с Vermont Plus как раз и начал я путь вкладышей в своей жизни. Были у меня на тот момент гибриды различные, вот, но вкладыши перевернули сознание, изменили предпочтения. Вот. По Vermont Light скажу так. Очень простой звук, простой, ничего в нем интересного не найдешь, да, вот так вот, даже не знаю, чего хорошего сказать. Корпус небольшой, эргономичный, удобный, где-то это плюс, где-то не очень, потому что, ну, взрослому человеку, наверное, только с маленькими ушками будет хорошая посадка, она не глубокая, из-за этого может не хватать звукоизоляции, плохо будет прилегать к каналу, ну, надо будет прибегать к амбушюрам. Вот, а так очень классная, удобная посадка, хорошо садятся в уши. Давайте сравним сразу с фостеровскими классическими корпусами, как в тех же Vermont Plus. Вот, эта модель у меня RE4S, о ней позже скажу. Вот, обычные фостеры имеют, ну, больше толщину, глубина посадки у них больше. Наверное, самая сбалансированная модель корпуса, форма корпуса и... звук потрясающий, можно достигать. Вот. Ну а по Монкам скажу так. По сравнению с обычными, Vermont Plus, это просто очень слабо. Очень слабо. Кто-то в обзорах там упоминал, что там светлее, детальней, нежели обычные Monk Plus, которые считаются темными. Нет. Никакой тут дополнительной светлости, во всяком случае, за счет разрешения мы не имеем. Какой-то приглушенный, задавленный звучок, причем на источник не настолько нехорошо реагирует, чтобы вытащить какой-то уровень звука. Низ неглубокий, какой-то смазанный, вальяжный, скажем так. В общем, не текстурированный. Интересного здесь мало. Модель для покупки не рекомендую. Обычный Vermont Plus, они... имеют свое звучание, которое имеет право на жизнь. Однозначно я там рекомендую их слушать без амбушюр, чтобы не потерять то, что они могут. Там они раскрываются во всей красе. Обычный Vermont Plus, кому нравится звучание, их рекомендую. Да, темноватое, нет супер там разрешения какого-то. Ну, звук открыт, он по всем фронтам дает понять, что... погружаемся в музыку, динамика там есть определенная. Ну, в общем, это другой класс. Vermont Light — это действительно light, облегченный бюджетный вариант и так бюджетного звука от Vermont Plus. Вот, и чтобы не делать таким коротким обзор, добавлю сюда RE 4S Plus версия на данном, ну, данная модель у меня. Со сменным проводом, вариант MMCX, есть на Алиэкспрессе в фирменном магазине ReStore варианты Re4S, Re4S Plus с несменным кабелем, есть с MMCX разъемами. Так вот, это просто, ну, must have для любителей вкладышей или кто хочет попробовать, что такое высококачественный звук из вкладышей. Да и в целом, даже в сравнении с внутриканалками, с многими. Вот, пожалуйста, RE4S. Я, наверное, добавлю в описание ссылку на магазин. Только рекомендую покупать не самую бюджетную версию RE4 с таким коричневым тоненьким проводком, а именно стартовать с той версии, которая стоит там, $10. Вот. RE4S, либо 4S Plus, там... не могу судить, каждому свой звук зайдет. И та модель великолепны. В RE4 Plus вроде как низких частот побольше. Но это все не настолько критично. Великолепны и та модель.
звучат как без амбушюр, так и с тонкими прозрачными. Ну, кому-то, может быть, будет чересчур светло с ними. Там используйте обычный поролон, который я не рекомендую все-таки. Но все же. Вот. Поэтому RE 4S это однозначный must-have. $10 затыкает и Vida, и Stellar, и еще разные варианты. Это просто отличный, сбалансированный, с высокой детализацией, динамикой, текстурой, с хорошим сфокусированным вокалом. Просто, если хочется по бюджету что-то купить и получить максимум от этого, гораздо больше, чем уплочено. Вот, пожалуйста, RE 4S. На этом все. Спасибо.